Привезли нам с Камчатки вот такую рыбешку. Кижича. А я его никогда не пробовала и не готовила. Сейчас что-нибудь будем готовить. Решила кижич приготовить на овощной подушке. Для этого из морозилки достала собственно замороженные в прошлом году овощи, нарезала лучок и морковку. Горох, собственно замороженный. И сейчас я отрежу или отколочу томат, перекрученный в блендере. Ставим овощи на плиту. Пусть они растают. Подушка готова. Кладем нашу рыбу. Первый раз я кижуч готовлю и буду есть. Я немного жарила. Правда, вкусный. Присолим рыбку. Перец крупного помола. Отправляем готовиться. Ну что ж, отправляем готовиться кижуча. Рыба на овощной подушке. Два в одном. В одной кастрюле сразу и гарнир, и само блюдо.